рэп-исполнитель Eminem без анонса выпустил новый альбом. Треки доступны для прослушивания на Apple Music. Альбом получил название Music to be Murdered By. В него вошли 20 треков, часть из которых записана совместно с музыкантами Anderson .Paak, Эдом Шираном, Juice WRLD, Skylar Grey и другие. Для обложки пластинки Eminem повторил образ режиссера Альфреда Хичкока с револьвером и топором возле головы. Также музыкант опубликовал новое видео на своей странице в Instagram. Ранее сообщалось, что Элтон Джон спас Эминема от наркотической зависимости. Также корреспондент писал о том, что новый клип Оззи Осборна стал хитом сети.